Всем привет, с вами снова Санёк, и с нами снова игра Solar 2. Сегодня уже, в принципе, это последний будет ролик из этой игры. Сегодня мы будем проходить испытания для астероида, для планеты и для звезды. Все вместе. Испытания я буду проходить, каждое испытание, в зависимости от того, как будет получаться, 1-2 раза, где-то так, приблизительно. После этого, конечно же, после записи испытаний, с игрой мы попрощаемся, наконец-то. Итак, поехали. Давайте. Что это за квадратик? Так, давайте миссии, вызовы. Испытания астероидов. Поехали. Ага. Понятно. Увернулись. Еще раз. Это уже что-то интереснее было. Понятное дело, что здесь уже выстоять было бы труднее намного. Хорошо, следующее испытание. А, это испытание, чтобы я не превратился в планету. То есть не я, а астероид, которым я сейчас играю, чтобы не превратился в планету, потому что испытание будет окончено. Нам нельзя превращаться в планету. Никоим образом. Все, мы превратились в планету. Испытание закончено. Так, все здесь. Легко, средне, лучшие геометрии. Хорошо. Испытание планет. Первое испытание. Так, пройди сюжетную миссию, концерт для разблокирования вызова. Понятно. Мы ту миссию, помните, да, когда в нас метали астероиды, а потом планеты, мы ее не прошли, нашу планету уничтожили. Ну, разбилась она об другую планету. В принципе, испытание заблокировано. Хорошо. Давайте следующее. Ага, у нас обратный отсчет времени пошел. 55 секунд. Ну, минута, где-то так. Для того, чтобы удержать натиск наших врагов. У нас осталось 15 секунд. Шесть. Все. Испытание. Закончилось. Атом. Угу. А. Здесь нам необходимо, чтобы вот эта синяя планета оставалась в круге. Как бы.
Нам необходимо удержать эту планету. В этом круге. Ай, нет. Миссия закончилась. Так, провал. Это был провал. Легко. 40, среднее, 25, 15. Сложно. Последний рекорд. Провал. Лучший. А ну-ка, попробуем еще раз. Выбьем эту планету. Не дайте голубой планете выйти из круга. Понятно. Так, испытание звезд. Давайте вот это попробуем. Так, пройдите сюжетную миссию ограбления для разблокировки вызова. Давайте другую, значит. Вот это. Что у нас здесь? О, у нас аномальные астероиды появляются. Что? Короче, миссия закончилась. Понятное дело, что нужно по максимуму держаться вдали от этих обломков аномальных и не дать возродиться черной дыре. Давайте вот эту посмотрим. Угу. Мы, короче, бьемся планетами. Одно очко есть. 2 очка. Угу. Ой. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ай, нет. Ну что же это такое? Угу. Провал. Ребята, я хочу еще раз. Сложно. Легко 2. Средний 4. Сложно 6. Хорошо. Так, хорошо. Вот у нас открытая звезда. И есть контакт. Хорошо. Теперь мы можем с другой стороны подойти. И с этой стороны. 4 очка у нас есть заработанных. Нам необходимо еще 5. Нам осталось, в принципе, немного. Честно говоря, мне испытания как бы больше нравятся, чем прохождение самой игры. Так, 6 очков. И бинго! 7 очков. 7 очков – лучший результат. Хорошо. Ну и испытание мультизвезды. Мы попробуем. Так. Легко 2, средний 4, 6. Сложно. Угу. Украден. Нам необходимо, я так понял, украсть планеты, да?
И нам будут препятствовать астероиды и, наверное... Так, это не украденная планета. Мы ее можем, в принципе, поглотить. Зарождается жизнь. Планета с жизнью нам как раз не помешает. Так, летим, забрали одну планету. И вторую. Отлично. У нас украдено две планеты. Так, убегаем, 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 убегаем. Ура! Мы украли три планеты. Какая здесь звездная система? Так. Ну, нам бы не помешало бы как-то выбить эти... планеты. Нет? Понятно. Испытание прервано. Мы украли три планеты. Следующее у нас испытание. Ага. Время за как... За какой период времени мы сможем уничтожить другую планету? Давайте попробуем. Так, в принципе, у нас уже мы уничтожили одну планету. Так, что у нас здесь? Все, мы разрушили полностью звездную систему. Сейчас наши корабли уничтожат звезды. И все, в принципе. И миссия будет пройдена. Вот и все. Угу. Мы прошли по легкому уровню. Управились за 2 минуты. По сложному уровню нужно было управиться за 1 минуту. Я думаю, по сложному уровню там необходимо было таранить звездой планеты, чтобы они просто отрывались от другой звездной системы и улетали куда-то, куда-нибудь, или уничтожать именно таким образом.
В принципе, ребята, на этом все. С игрой Solar я закончил. Следующая игра будет Valiant. Ой, я уже даже не помню, как она называется. Короче, мужик с собакой. Ну что же, на этом все. С вами был Санек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачного дня. Всем пока.